В поликлинике у Вечного Огня с понедельника можно пройти электрокардиологическое исследование без предварительной записи на прием к специалисту. Подробности у нашего корреспондента. Результаты вам пойдут на телефон, придет у вас смс. Но смс это будет ссылка. На первом этаже центрального поликлинического отделения установили кардиокресло. Электрокардиограмму можно сделать бесплатно и без предварительной записи. Нужно только ввести данные страхового медицинского полиса, указать возраст, вес, рост и номер мобильного телефона. Вся процедура занимает не больше минуты. Я считаю, что это великолепно. Не надо ходить, потом ждать результата. Все придет домой, лежа на диване, можно все понять. Расшифрованную кардиограмму оценит врач функциональной диагностики. Результат направит пациенту посредством СМС. Данное устройство предусмотрено для скринингового обследования нарушений ритма по типу фибрилляции предсердия, который является грозным осложнением по инсультам, инфарктам миокарда. Поэтому лучше раньше выявить и предупредить данное осложнение и лечить заболевание. Рецепты мы не выписываем на бумажных носителях. Все в электронном виде. Они сразу попадают в базу аптеки, где пациент приходит, говорит номер НИЛС и, соответственно, получает лекарственный препарат. Еще одно ноу-хау поликлиники – кабинет выписки льготных рецептов. Здесь его открыли в конце мая. Вот раньше мы приходили, допустим, там к терапевту записывались или к эндокринологу. Записывались, в очереди сидели, потом рецепты выписывали. Сейчас очень хорошо, удобно в электронном виде. В целях экономии времени теперь не обязательно приходить за рецептами в поликлинику. Для этого фельдшер проводит телемедицинскую консультацию. Алло, Валентина Петровна, это вас беспокоит ЦПО, лекарственные препараты, выписка. Лекарственный препарат Леспро выписан, вы сегодня можете получить его в нашей аптеке. Да. Ага, спасибо. Пациента теперь могут проконсультировать дистанционно. Фельдшер информирует о назначенных врачом препаратах, сообщает время и место, где их можно получить. Это экономит время, нервы. Но пенсионерам пока проблематично, родственники помогают в интернете все набивать. Хорошо, удобно. Записаться можно через портал госуслуг, единый колл-центр или в регистратуре поликлиники. Прием осуществляется быстро, очередей нет. При необходимости пациенту измеряют давление, пульс и сатурацию кислорода в крови. В отдельных случаях могут записать на прием к терапевту, направить на ЭКГ и диспансеризацию. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.